Налоговая служба напоминает о мерах поддержки бизнеса, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Одна из таких мер – отсрочка платежей. Мера поддержки бизнеса предоставляется предприятиям и предпринимателям, которые пострадали от коронавируса. При этом она отличается от других мер, так как ее можно получить, не являясь субъектом малого и среднего предпринимательства. Достаточно относиться к пострадавшим отраслям. Получить ее можно по заявлению, образец которого размещен на официальном сайте налоговой службы. Срок, на который предоставляется отсрочка, зависит от того, насколько снизился доход или насколько увеличились убытки за отчетный период по сравнению с предыдущим. Это может быть от 10% до 50%, а срок, соответственно, отсрочки от 3 месяцев до 3 лет. А рекомендуемая форма заявления есть на сайте ФНС России, там есть все сведения обо всех сейчас мерах поддержки бизнеса в связи с новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы узнать, какие еще меры поддержки распространяются на ваш бизнес, необходимо проверить свой основной вид экономической деятельности в едином государственном реестре юрлиц или ИП. Это можно сделать онлайн с помощью сервиса на официальном сайте налоговой службы. Далее проверить, включен ли ваш бизнес в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года и в какую категорию он входит. Затем необходимо ответить на вопросы и узнать, какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес.